17 сентября в канадском Торонто начинается Кубок мира по хоккею с шайбой. Поддержать нашу сборную решили команды Ночной хоккейной лиги. Это российская любительская организация, созданная в 2011 году по инициативе Владимира Путина и прославленных ветеранов отечественного хоккея. Игра сборных команд артистов и журналистов прошла в Ледовом дворце и получилась жаркой. В Кубке мира примут участие 8 команд, в том числе и сборная России. При этом составы сборных Европы и Северной Америки составили специально для этого турнира. Святослав Савенков, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцово».